Итак, всем снова привет, с вами Digital. Чё там, грипп? Футуристичный. Ай, автогонки, футуристичный случай, да. Чё-то я там намудрил, короче. Нажал слип случайно, да, от слова слипман, и, короче, система погрузилась в спячку. Потом вышла из нее, и этот, короче, XSplit пишет: ой, ОМГ, слишком большое потребление процессора, Core i7 не тянет, все, туши свет, сливай воду, в общем. Сейчас попробуем еще раз. FPS-ы даже вывел. Сейчас посмотрим, как моя GT 670 будет справляться с Full HD. Но я уже знаю, что так себе справляться будет. Тут вообще ни при чем. Что началось-то? Так, ну ладно. Хорош тут музыки. Техно-музыки всякой. Кстати, по-моему, музон писался исключительно для игры. Вот. Full Contact какой-то этот композитор или трекер, да. Так, ну поехали. Брынь. Бздынь. Fraps has been known to crash Directory 11. Please use Microsoft extension encoder instead for capturing. Чего? Что-то там с капчурингом не так, да, у них? А чё, картинки нету? Это удаляй. А вот так. Что за синдром стрима-то такой вообще? Я не понимаю вообще. Картинку нам запили, твою налево. Ну, понятно. Сейчас он еще крашнется, подождите. Дурацкий гриб. Звук кристально чистый, картинка кристально черная, нормально. Короче, FPS, извиняйте, не будет FPS-ов, походу. О, картинка есть, ничего себе. Уже что-то. А вот если сейчас фраб запустить, интересно, он что-нибудь скажет? О, как! Если потом фраб запускать, то норм. Главное, чтобы игрушка не упала. Короче, есть вот такие вот машинки. Я вот на такой катаю, Warlander.
Ну, тут еще всякая фигня есть. Вот такой Rogue или Rouge. Но что-то он проигрывает и по стренсу, и по максимум спид вот этому моему Warlander'у. Вообще, вот такие дредноты есть. Темписты. В меню 43 даже, ёптать. А чё там по настройкам-то? По настройкам я поставил... Object Quality High, Effects High, High, High. Только Anti-Aliasing и Shadow Quality на средний. Разрешение Full HD. Короче, сейчас посмотрим. Сейчас мы все узнаем. Classic Race, Traditional Old School Race, бла-бла-бла, Way Position Across the Finish, Line Determine the Winners and the Losers. Сколько тут планет? Leader 5, Norvus, Orbital Prime и какая-то Ятра или Джатра. Получается раз, два, три, четыре. Четыре планеты, и то не во всех еще дорисованы треки. Вот. Как-то так. Это что, не Steam-версия? В Steam же есть очень удобный, компактный, не режущий глаз счетчик FPS. Да? Нет, Steam-овская версия. Ее на этих, на трекерах нету вообще. Игрушки-то. На всякий случай, пока. Так, я надеюсь, Фрапс мне ее не убьет, игру-то. Потому что раньше она просто падала. Ну, вроде норм пока что. 49 фпсов. Шилд. Ёптать. 48. 50. Core i7 не тянет. Ну, вернее, графическая карта не тянет. Врынь, на тебе из пулемета. Убью нахрен. Ёптать. На тебе еще. А. Пулемет-то кончился. Ёптать. Приехали. Покупайте в Стиме, погоняй. Нате вам мину. Юп. Видели, как профессионально проскочил? Видели? Две ракеты. Лучше, чем одна. Новый трек. Две ракеты, лучше, чем одно. Юп. На тебе, срань. Юп. Нате вам еще ракету. А-а-а! Нате из пулемета. Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Что-то, блин, стрелял, в результате хрен целых 0,1. Ну, короче, 50 FPS. Иногда даже 56. Ёптать! По-моему, я на собственной мини подорвался, нет? По-моему, я ее тут ставил. Думал, дурацкий сейчас этот враг там подорвется, а в результате... Так, у меня есть какая-то ракета и какая-то ракета. Блин, ну стрелять в туннеле не вариант вообще. Вот сейчас профессионально въехал в бордюр. Неплохая игруль на блюр напоминает. Но я не играл в блюр.
На самом деле это ремейк старой Roll Cage. Такая игрушка. На тебе, паскудник. Ёпты! Ну что-то я сейчас не смог, по-моему. На тебе еще. Третий это не четвертый, это уже хорошо. Ёпты, сейчас буду четвертым походу. Брынь. Игрушка в раннем доступе и стоит не так дорого, 360 рублей что ли. Брынь, третий. Еле-еле, блин. Кто-то там стреляет вовсю. Game over, insert coin to continue. Вот этой шутки я не понял. При чем здесь coin? Тут еще стрельба и взрывы, да. Так. А, то есть это транспорт и реверс транспорт. То есть та же карта, только в другом направлении. О, как. Поехали, следующий, что ли, спидбол. Да уйди, слопок. Вот здесь вот прикольно, можно так на потолок заехать. Стуц, да куда ты? Shield activated. Стуц, и какая-то скотина мне тут же этот шилд сняла. Или нет? А, это было EMP. Нате вам! Говноед. Ну вот это простая карта, просто по кругу. Убью. На тебе ракету-то. Чё дурные какие-то ракеты-то вообще? Я стрелял, ты стреляли. Бум! Минус щит. На тебе еще. Да уйди ты! Второй. Самый изичный трасс, по-моему. Музон хорош, ради музона купить можно. Ну да. Да и трассы хороши. Дальше будет вообще просто муа. Персик. Вот это вот какая-то, сейчас скажу. Во-первых, вот это неплохая. Акрофобия. Ну, дойдем до нее еще. И
Ах, а еще-то? А еще-то какая? И какая-то еще. Может, вот это? Abandon at all. Скорость не ощущается. Но это карточка не тянет. 45 FPS. Да-да-да, вот это вот клёвая трасса. Врынь. Донатьте там на GTX 1070. Лет за 10 насобираем. Ага! Когда будет GTX 2070. Или 3000. Или 5000. Да, вот это вот шикарная трасса вообще. Как у вас там вообще с этим-то? С битрейтом? Не квадратит, нет? Ой, ёптать! Ну я сейчас не вписался в поворот. Да блин. Да пожалуйста, ну что ты? Так долго поворачиваешься. Ай, мину поставили. Сволчуги. Знаете. Все хорошо, но и чудно. Вон, видите, VIP написано. То есть еще трасса work in progress, типа, допиливается. Ёптать, куда я заехал? Да, вот это шикарная просто, шикарная трасса. Учитывая то, что ее еще допиливают, просто муа, конфетка. Так, какая-то сволочь там сейчас будет стрелять, по-моему. Кстати, я первый. Удивительно, что. Ха-ха-ха-ха! Не попал своей дурацкой ракетой. Она, небось, в стену врезалась. Бетонную. Бетонный блок этот. Так, поехали вот здесь вот проверим. Ай, блин! Пулеметики! Слышь! Ядрил тебя. Найти ракету. Ой, EMP. Дрип тут всяких срезок. Ни хрена там ракета пролетела, слышали? С таким звуком прикольно. Нате вам. Дурная ракета вообще. Давай, Слипман, заходи. Буду рад. Я там просто хотел, тебе писал там с Мунлайтом. Шаманить немножко, вот. На, еще эти ракеты. Ну как это потом? Вообще. Да ё! Да ё!
Ну и что это такое? Ну да, такой плагин для... для Google Chrome сейчас на основе NVIDIA-вски... технологии NVIDIA, короче. Ну потом потестим, в общем. NVIDIA Game Stream. Ну короче, суть в том, что можно эти локальные игры с локальным коопом проходить совместно. Короче, что-то, по-моему, это NVIDIA накосячило. Я вот хотел звук потестить. Первый удивительно. 6 мегабит, это не очень стабильный в плане скорости. Но это, конечно, минус, чем... скорее минус, чем плюс. Ну... я хотел там звук потестить в основном. Потому что чувак, с которым... что это такое, difficulty progression? Looks like you are doing pretty well here. Shall we go for a higher difficulty level to give a greater challenge? А, они мне предлагают сложность повысить? Ага. Чувак, с которым мы пробовали, короче, этот Moonlight, у него там эхо было какое-то. И вот я хочу посмотреть, будет ли вот это... проблемы со звуком. Либо это в самой... в самом GeForce Experience проблема, либо у чувака. Что-то мне подсказывает, что... NVIDIA там накосячила, короче. Так, ну поехали. Следующая планета Норвас. Ледяная. Короче, я так смотрю, просадки на 16 FPS. Это при том, что настройки не эпические, вот. Не эпическо-доидрические. Вот. Ускоряшка! Не врезаться бы, главное. Ракета! Я прям во время попадания, блин, использовал нитро. В результате, короче, ракета по мне попала, и нитро профукался. Стреляй, стреляй, да, у меня шилд, фиг тебе. Со своим пулеметиком. О, забомбил кого-то там. Вот это вот Digital Boomer, это я, значит, забомбил бумера какого-то. Черный бумер, черный бумер. Ох, ядрить. Поехали, ускоряшка, Нитрос. С этим Нитросом
Еле-еле справляешься с управлением. Хорошо, тут участки прямые, более-менее. Нате вам еще мину. Еще мину на тебя. Опять ракета, слышу, как летит прямо аж. Бум, блин. Минус щит. И опять ракета. Там бесконечные ракеты, что ли, я не пойму. Да ядрит. Да ёпты. Ускоряшка, дай мне силы. Слышь? Ую. Дезинтегрировала, блин. Был первый, стал четвертый. Ой, третий. Это мой шанс. Ускоряшка. Ой, мина. Ракета пошла. Блин, убить уже кто-нибудь. Да ёп! Скорость. О, один застрял там покемон. Хотел сказать, это мой шанс, но нет. Черт побери. Водитель от бога, прям как я вам весь. Так, ну понятно, что с этими FPS-ами, что тут, в общем, более-менее понятно. Да, можно их убрать, я так думаю. Я надеюсь, игру это не закрашит. Чё-то мылает, и я, наверное, к вечеру проснусь, можно и пошаманить. Окей, Слипман. Договорились. Ну, там, может, часам к 9, к 10, вот так, вечера. Хотя это у тебя будет уже, наверное, сколько там, 12, да? К 9 по Москве. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим. Так, еще раз. Тут вообще-то есть режим Elimination, что ли? То есть, если приходишь последним, тебя автоматически исключают из числа пайщиков и концессионеров. Уеп. На тебе ракету. Бум, удаляй вообще. Ай. Слышь, что ты толкаешься? Я тебя запомнил, я тебя забомблю вообще. Shield!
На тебе ракету. Вот что это сейчас было? Ракета ушла... в снег. Ускоряшка. Ай. Минус щит. Блин. Найти вам бомбу еще. Привет, белый кролик. Ну да. В стиме в раннем доступе называется грипп. 360 рублей, по-моему. И 359, что-то такое. Очень бодрые. Есть сетевой режим, можно попробовать даже погонять совместно как-нибудь. Ой, ракета сейчас. Минус щит. Ладно, я первый пока что. Пока что первый. Ой. Слышь? У вас что, у всех щиты, что ли, я не пойму? Я стрелял, стрелял, а толку нет. Нате вам еще вот такую хрень неведомую. Назовем эту магию шаманство, я не знаю. О! Щит поехал. Ай. Не попал, Мазила! На тебе! Я в бочке, что ли, попал из этого, из пулемета? Вот это прикольно, прикольно. То есть они там еще и не просто так стоят, их можно взрывать. Обалдеть! Ай, минус щит. Сволочуги. Так, я второй. А круг третий из трех. Сейчас меня еще какая-нибудь сволочь забомбит. Я вообще буду последний. Ускоряшка! Ядрёнок! О! Кто-то на мою мину там нарвался. О, расстрелял мину. Ой, ёп. Не, ну прикольно, прикольно вообще. Мины можно уничтожать, которые на дороге лежат этим пулеметом. Ой, сейчас забомбят. Щит. Как вовремя. Insert coin to continue. Так, что у нас там? Акрофобия. Ну и название, однако. Давайте внутренние треки, что ли, включим. Всегда бы скрипты, как в Split Second. Я, честно говоря, мало играл в новые игры. Мало играл в новые игры. Да. Как-то так. То есть это вот одна из немногих. В основном-то я всякие old school. Играю в стриме. Вот. Такс. Вот тут в разделе аудио, короче, можно свои треки ставить. Которые в папочку заранее положены. Вот Custom Jukebox.
И у меня там есть пара треков из NFS-а третьего. Моего любимого. Вот так вот активируем. Кстати, вот мультиплеер, надо потом его попробовать будет. Поехали, акрофобия, рейтинг хард. White Rabbit, приветствую, спасибо за фоллоу. И вот они, треки из NFS-а третьего. Вернее, трек. Не знаю, слышно его, не слышно, потому что он через отдельный... Ай! Через отдельный плеер, короче, воспроизводится. Ядрить трассу. Я ядрил. Уйди нахрен, слоупок. Вот это поворот. Ой, жесть. Нате вам ракету. Что? Что это было? О-о-о. Ракета с автонаведением на самого себя, что ли? Это бракованная ракета, дайте другую. Я каким-то образом третий. А-а-а! Но это ненадолго. А ёпты! Привет, Найтрики. Вот, видимо, да. Я ядрил. Нате вам еще ракету. Ракету удаляй вообще. Ой, ёпты! А, ну короче, я понял, ракета-то не самонаводящаяся. Тут есть два типа ракет, самонаводящиеся и нет. То есть вот эти вот ракеты, если вблизи нет цели, они летят хрен знает куда вообще. Как им вздумается. А вот эта вот самонаводящаяся сейчас пролетела от четвертого плеера, который сзади там. Сейчас меня будет бомбить. Вон он поехал, сволочуга. А у меня нет ничего. Слышь, я тебя ядрил. О, его крутит по всей трассе. Где права-то купил, Олег? Я вот только не знаю, будет ли он воспроизводить эти сторонние треки, то есть мои, или он будет крутить один и тот же трек до удара. Так, ракета, это уже что-то. Сейчас забомбим, смотрите, профессионально сейчас как будет. На!
Ой. Ёптать, не упасть бы. Ну давайте, хотя бы третий, третий. Ну, пожалуйста, там какая-то кракозябла сзади тащится. Понастроили треков. Ау, резкий поворот такой вот. Ну давай, третий. Четвертый там еще мне стреляет взад, блин. Из всех крупнокалиберных пулеметов, мать их. Ну что у вас там, норм, не падает ничего? Не буферит? Опять мне предлагают сменить сложность. Нет, отвечаем героически, нет, стоически, героически. Так, а что там по графике-то у меня? Так, графика у меня... Качество объектов высокое, качество специальных эффектов высокое, качество текстур высокое, постпроцессинг высокий. Только антилязинг, короче, и тени средние. Ну, можно, конечно, на средние поставить, чтобы FPS был побольше. Висинг попробуйте убрать. Или оставить все как есть. Следующая планета Orbital Prime. Тоже какой-то трек Work in Progress, вот этот вот VIP. Кстати, было бы прикольно, если бы был мод какой-то вот для этой игры на Rock'n'Roll Racing. Одна трасса, да ядрический другой. Вот это действительно хард. Кто там улетел? Ай, минус щит. Ай, нет. Да вы задолбали бомбить, слышите? Нате вам! Ракета, не тупи! Ёп. Сейчас тоже звучит трек из НФС третьего. Нате вам EMP. Всем EMP, господа, уйди нахрен. Уйди нахрен, слоупок. На тебе неведомую херню. То есть мод с трассами, к примеру, из... с планетами и трассами из Rock'n'Roll Racing. Несбыточная мечта, их надо еще рисовать очень долго и упорно. Ну и потом та же Blizzard, можно сказать. Ай-яй-яй, вы типа...
типа наши треки позаимствуют. Карты, вернее, треков. Видали, видали? Гонщик какой-то, спиди-гонщик был сейчас. Да какая там падла стреляет? Сейчас не вовремя юзанул. Так, а я тем временем третий. Последним бы не прийти, вон, первые два. Нате вам. Минус один. И буст! Ёптыть, уйди нахрен! Не мешай. Бомбят все, кому не лень просто. Что-то там заскучали. Ну, второй, ладно, норм. Прикольный, какой-то чел на машинке черный. Ты сосиски ешь, ничего себе. Так, а чё, я не понял, планеты кончились, что ли, или чё? А, или вот, последняя, да? Альфа Вейстс. Альфатра Вейстс. По-моему, Вейст — это отходы. Че, давайте машинку что-то попробуем другую. Ну вот эта вот такая прикольная, в принципе. По характеристикам, правда, не очень. Так. Как ее сделать черным цветом, например? Черного не завезли, что ли? А, вот. Предположим. О, черный бумер будет вот такой. И какие-нибудь шины другие, да? А шины только одни? Винтаж? И цвет изменить нельзя, по-моему, шин. Rims same as body. Ну ладно, короче. Поехали.
Посмотрим, как машинка сейчас. Черная машинка на черной трассе. В черном городе. Ох ты, техно. Техно из НФСа третьего. Ёп, неуправляемые вообще. Привет, Инфова. Звучит трек из NFS 3, Инфова, зацени. Тут можно треки подключать, аудиотреки к игре. Ну, свои. Вот это скорость. Кто там стреляет? Shield activated. Нитро! Ну, я видел, да, как ты катал на FS3 на PlayStation. Я бы, правда, покатал на ПК. Кстати, там была, походу, срезка какая-то через трубу. Ну, пипец, она неуправляемая, вот эта вот шняга. Сейчас шилды снимут мне ракетой. А я первый, что ли? Я тщетно пытаюсь увидеть впереди себя там кого-то, а я, кажется, первый. Я думаю, а где все тут? А они позади, оказывается. Ой, ёп. Ёп. Ай. Вот эта труба. Ой. Ну, я не смог. Извиняйте. Сейчас дают, почитаю тут. Сами понимаете. На тебе ракету. Ой, красота какая. Бы наставили бочек. Нитро! Нет, блин, куда, куда? All right, сейчас будет. All right. Пековский, наверное, сейчас не каждая система загрузит, он время вроде максимум на XP запустится без костылей. Нет, Пековский все запустится, там есть специальные патчи. И даже по сети можно будет сыграть, так что если есть желающие. Welcome, как говорится. Покажу, расскажу, снабжу. Вот. Так, ну и последняя трасса на этой планете.
Потому что вот эти вот, это как бы реверс, то есть в обратном направлении трассы. То есть Альфатра и Альфатра реверс. Юри Индастриал и Юри Индастриал реверс. Как-то так. Ой. В горы меня понесло. Очередной трек из NFS 3. По-моему, Red Rock Ridge. На этой трассе он звучит. А может и нет. Не, не Red Rock Ridge. На какой-то другой. Нет, я на самом деле всего 4 трека закинул. О-хо-хо-хо-хо. Бомбанул-то, как у товарища. Ой, ёпта. Хомтаун, да, по-моему, Хомтаун. Осенняя такая трасса. Блин, понаставили мин. А еще здесь можно по потолку ездить. А! Ёпты! И я четвертый. Водитель от Волга. Не, какая-то это, блин, Формула-1. Никакая, какая-то. Или я просто не привык. Ой, зачем ракету-то пустил? Или это водитель не очень просто. Вот это была, кстати, самонаводящаяся ракета. Только что-то она ни на кого не навелась. Нате еще одну. Бум! А это вот не самонаводящаяся, сразу видно. Ёпты! Это был буст. Бабуст. Ядрит скорость. Нате. Чё, нормально колбасит-то, да? Нате еще минута оставлю. Ракета пошла. Давай, родимая. Еще мину оставили. Ой, зря я сюда поехал. Надо было в другой завернуть. О, Digital Gun Metal какого-то бомбануло. Моей миной. Ракета пошла. Ну ладно. Третий тоже ничего. Ну, как-то так.
все трассы откатал вроде. Давайте еще раз вот этот Abandoned Atoll. Очень прикольные. И треки поставим из игры. Прям как вы хотите. А потом мультиплеер посмотрим. Есть ли там кто-нибудь или нет? Вот это да. Залихватская трасса. Очешуительная просто. Ребят, ну вы уже тут как-нибудь. Короче. Трассу еще не доделали малость. Ай. О чем свидетельствуют знаки VIP, типа Work in Progress. Но все равно просто атасная. Тащусь просто. Да-да, постреляй мне в щит. Щит от ганметла. Как они меня бомбят, я не пойму вообще. Сами там за 100 километров, а ракеты попадают. Самонаводяшками, что ли? Фигачит. Да куда ты, ядрить твою дивизию, едешь-то? О, летун, смотрите на него. Мин понаставили тут, я смотрю. Все, кому не лень просто. На!
это EMP сейчас было. Аж мотор отключается. Ты куда ты? Главное, в прошлый раз я в этот же... В эту же опору. Ну вот, сейчас вторым приеду. Из-за этого. Такой-то не очень. А может и первым. Сейчас посмотрим. Нитро! Давай, жми! Ну, как-то так. Так, что там у нас в мультиплеере? Есть кто, нет? Работает он вообще, нет? Find a game. Ну, find a game, предположим, и чем? Find. А, то есть он хочет на трассе SkyTrack, да? Мы предположим. А, то есть вот так вот. Ну ладно. Графон, графин прикольно, что-то трасса мала. Но они будут этот самый, как его, блин. В предзаказе еще. И трассы допиливаются по мере. По мере. Я не понял, это они друг с другом играют или что? А, это бот и этот клониатрон. Простите, извините, а долго вас ждать? Видимо, пока он не закончит трек. Ну такое, что-то такое. Пока не наиграется, да, походу. Блин, дождик пошел. Опять. Ну, nearby, предположим. Опять этот клиниатрон. А Find Next тоже. Ну понятно, никого кроме этого клиниатрона нету. И он not ready. Ну как-то вот так вот работает. Create a game, да? Предположим. Положим, вот так создаем. Это он соединяется с сервером, что ли? Синхронизинг или сервер призывает? Network error. Disconnect from server due to timeout. Check your network connection.
Вот так вот, да? Поигран. А, подождите, режим-то, ладно, не онлайн. Предположим, онлайн. Презентеры в Оренгейме. Пипец, дождина там стучит по крыше. Да, вот. Короче. Как-то так вот оно работает. Голосовать тут можно за какие-то треки, наверное, трассы. Ну, понятно. А почему в LAN-режиме не работает, я не пойму. А, вот и в LAN-режиме. LAN-гейм. Как-то оно через раз создается. Короче, вот такая игрушка. Покупайте, да. 300, там что-то 60 рублей. Все, счастье. Грипп. Погоняем. Как-нибудь. Так, что там дальше, я не знаю. Дальше я, наверное, попробую подключить PS3. И попробую поиграться в Earthworm Jim HD. Вот. Ну, 10-минутный перерывчик будет. Ну, пока всем спасибо за внимание, да. Увидимся.